На первом созыве состоялись выборы председателя и секретаря Совета работающей молодежи. Также участники ознакомились с положением о Совете, определили цели и задачи на будущее, обозначили направления дальнейшей деятельности. Сегодня прошло первое организационное заседание районного совета работающей молодежи. Присутствовали на заседании 25 представителей трудовых организаций нашего района. Это молодежь в возрасте от 18 до 31 года. И организации представлены различных сфер деятельности. В будущем мы планируем расширять членство представителей Совета работающей молодежи для того, чтобы и предприятия частной сферы также имели возможность представлять молодежные интересы своих организаций. На сегодняшнем заседании избран председатель Совета работающей молодежи. Им стал Павел Трон, это мастер смены государственного предприятия «Конус». Очень приятно, что ребята уже на первом заседании высказали свои предложения, идеи, которые мы будем стараться все вместе реализовать. Это и обмен опытом, и реализация тех инициатив, которые есть на одном из предприятий, будем стараться эти инициативы продвигать дальше на уровень района. Павел Трон – представитель работающей молодежи государственного предприятия «Конус», на котором работает уже 11 лет. Не понаслышке знает, какие вопросы волнуют современных молодых людей и как важно поддерживать их инициативы. Отделом идеологической работы и по делам молодежи Лисского райисполкома совместно с работающей и активной молодежью нашего города и района сегодня состоялось первое заседание Совета работающей молодежи различных предприятий нашего города. Лично я являюсь представителем завода горячего цинкования «Конус». Перед нами стоит много задач, но одно из самых главных – это быть услышанными и помочь реализовать молодежи, работающей молодежи, свои идеи в жизнь для развития наших предприятий, нашего города и нашей страны. Олеся Буяк возглавляет первичную организацию БРСМ стеклозавода «Неман», она же делегат работающей молодежи от своего предприятия. Я являюсь членом областного совета работающей молодежи и районного совета работающей молодежи. Такой орган, который работает на общественных началах, несомненно, нужен, потому что работающая молодежь – это особая категория. Сегодня каждый из нас выполняет особые производственные задачи, но каждый из нас хочет проявить себя именно в той сфере деятельности, в которой ему интересно и в которой он талантлив. Здорово, что вместе с ребятами из других предприятий и даже городов мы обсуждаем то, что можем сделать для нашей страны, как нам еще более сплотиться, что в наших силах еще сделать на благо нашей родной Личины и Республики Беларусь. Проблемы будут решаться, а планы и идеи будут реализовываться. Главное – быть услышанными. В этом уверены все участники совета. Встречи будут проходить не реже одного раза в 3 месяца. Впереди плодотворная и насыщенная работа.